Путина собрались сегодня в очередной раз, чтобы поддержать своего президента Владимира Владимировича Путина. Владимир Владимирович, не расстраивайтесь. То, что сделала Меркель, да, это потрясло весь мир. Ее брехня, ее лукавость, как она могла так поступить, она знала, на что она идет. Только вы у нас такой добросердечный, порядочный, все понимающий, честный. И все думали, что это пойдет действительно на пользу. И мы все время ссылаемся на эти Минские соглашения. Они, оказывается, не работают. Это заранее было подписано. И организатором была эта Меркель. Что же ты наделала? А так ласково. С Владимиром Владимировичем обнималась, целовалась. А он с вами по-немецки разговаривал. Вам не стыдно, Меркель, что ты наделала? И 8 лет мир терпит вот это вот. И мы знали, думали, что это действительно будет действовать. А ты заранее знала, что это так сделано, чтобы Украине дать возможность передохнуть и подготовиться к войне. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну что, знаешь что, мы своего Владимира Владимировича поддерживаем. Не расстраивайтесь, Владимир Владимирович. Что-то Меркель нам. Мы все наладим. С Меркель будем еще там сражаться. Нет, вы держитесь, крепитесь. Мы с вами, отряды Путина с вами, мир с вами, Россия с вами. Вот это главное. А те Меркели.